Очередная посылочка из Китая. Шла очень долго, если это та посылка. Здесь должен быть велофонарик. Надеюсь, это он. Да, это он. Коробочка помята. Шла посылка около 4 месяцев. В комплекте у нас инструкция. Силиконовое крепление на руль, зарядный шнур USB, micro USB и, собственно, сам фонарик. По фото ожидалось, что он будет немножко больше. Попробуем включить. Он даже заработал, несмотря на столь долгий путь. Есть габаритные красные огоньки по бокам. Это хорошо, это плюс. Светит ярко. Действительно, у фонарика несколько режимов работы. Однократное нажатие меняет яркость или выключает фонарик. То есть получается 3 режима работы. Выключено, средний свет и максимальная мощность. Плюс есть режим стробоскопа. Длительное нажатие на кнопку фонарика включает режим стробоскопа. Максимальный режим — это 400 люменов. Средний режим — это 150 люменов. Режимы переключаются по кругу. Начинаются с максимального режима. Режим 400 люменов. Режим 150 люменов. Режим стробоскопа.